Всем привет! Это школа танцев Дельта. Сегодня у нас 29 ноября, да. И сегодня мы подводим итоги очередного розыгрыша. Розыгрыша сертификатов на тренировки в Дельта Дэнс. Вообще просто Дельта Дэнс, да. Ну, конкретно, да, наверное, даже в Боголюбово. На сегодняшнее число у нас есть 6 участников, которые сделали репост на свою страницу. Сейчас мы озвучим этих людей. Итак, ну ладно. Это Екатерина Захарова, так. Алена Хрисанфова, Надежда Яганова, Олеся, Татьяна Терентьева и Александра Артюхина. Мы поздравляем... Нет, мы никого не поздравляем. Вот это поворот! У нас было 5 сертификатов на розыгрыш, но так как у нас репостов 6, мы приняли коллективное решение, что сертификаты получат все 6 участников, которых мы назвали. Давайте еще раз уточним их данные и сообщим их вам, чтобы вы понимали, кто у нас победители. Екатерина Захарова, Алена Хрисанфова, Надя Яганова, Олеся, Таня Терентьева и Александра Артюхина. Мы поздравляем всех участников конкурса. Итак, друзья, у нас 6 победителей, которые получают сертификат на... Да, аплодисменты. Которые получают сертификаты на занятия в Дельта в течение месяца, в декабре. Что нужно сделать для того, чтобы прийти к нам на занятия и записаться на тренировки, ребята сейчас вам расскажут. Нужно написать сообщение в группу. И там тренер вас проинформирует. А о чем? О чем я буду информировать? Как можно забрать свои сертификаты, да. Начать ходить на занятия, собственно, куда. Что все что вопросы, которые вас будут интересовать, вы можете узнать у тренера. Да, что с собой нужно приносить, какая форма одежды, сколько длятся занятия, расписание дней тренировок и все остальное. Еще раз поздравляем, желаем всем всего самого хорошего. Принимайте участие в конкурсах. И побеждайте. Да. Отдыхайте с нами в Дельта Дэнс Камп на Черном море. Где? Что? Лайк и репост. Ну ладно, да-да-да. Лайк и репост. Еще раз. 3-4. Лайк и репост. Всем пока. Ну, пока. Да, спасибо. А чтобы музыка играла потише. Это сейчас. Тише? Нет. Есть люди, которые репостнули нашу запись из группы школы. Понятно. Вы можете обратиться за... Как? Сертификатами. За помощью. Кому обратиться? Куда пошла наша многомиллиардная помощь? Понятно. Катя, вы можете обратиться. Вы можете обратиться куда? Куда? В техподдержку. В контакты. Если ваш сертификат не пришел, обращайтесь к ним. Покажите Семенушку. Все равно вырезать потом. Семен, покажись. Или не вырезать. Так, ну ладно. Смех смехом. Вы можете прийти по этому адресу и обналичить купюры. Нет, нет, подожди. Обналичить вот эти... Приходите к нам на занятия. Нет, подождите. Ну, нужно сказать, что мы поздравили всех наших победителей, и теперь мы говорим всем пока. Скажите, когда это сообщение группы. Ладно, давайте вы скажете это. И поговорить уже с тренером, да, и вас... привлекут. Да пусть. И вам расскажут. И вас привлекут. Вас проинформируют. Нет, еще раз. Привлекут лучше. Нет, нет, нет. Все должно быть достаточно. Игорь, no. Нет, это не надо. Тренер с вами свяжется. Тренер это Алексей Евгеньевич. И расскажет всю информацию. Так, боже мой. Почему нас показывают там? И зеркало там где-то. Закройте его. Mi mando por la noche, a mi mamá, a la madre, el agua y por la mañana viene tú.
Ha 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 ha!